Дмитрий, а вот у меня к вам интимный вопрос. Культурный ли вы человек? Обожаю такие вопросы. Конечно, нет, Евгений. Ну тогда вы давно не были на литературном вечере. Опять прямо в корень зрите. А сейчас вы сможете побывать на нем. Литературный вечер, и это, в общем-то, завершающий нашу программу до дискотеки номер 4-я супервизорская группа. Спасибо тебе, добрый. Ваше внимание. Добрый человек, Евгений. Добрый вечер, дорогие участники литературного гештальт-интенсива 2016. Наш интенсив инкогнито посетили классики русской поэзии. И сегодня, под впечатлением пережитого за эти 6 мучительных дней, они предоставят вам свои шедевры. Итак, Александр Сергеевич Пушкин, встречайте! Александр Сергеевич Пушкин, Людмила Анатольевна Волошина, из прошлого, с первой трех дней. Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальный, волны знакомства в день начальный, на шеринге в кругу глухом. Спасибо за бурные аплодисменты. Из настоящего я памятник себе воздвиг нерукотворный. Клиент пролечен, весь в соплях, в слезах. Вознесся выше всех в своей группе скорбной, а супервизор дремлет. Что за нах? Нет, не умру я, и ожидаете вы зря. Простое, скромное «О, Люда!» вполне построило меня. Слух обо мне пройдет по Робинзону, и каждый назовет меня, как хочет он. А правда в том, что послана я оргкомитетской силой, коль нету лиры, чувство пробудить мечом. Марина Цветаева! Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна, не вами, что никогда отцовский перенос не даст родиться чувству между нами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами, и соблазнять разрезом по косой и длинными бесстыжими ногами. Михаил Лермонтов! Скажи-ка, тренер! Скажи-ка, тренер, ведь недаром весь день, палимый летним жаром, мы слушаем весь этот бред. И если здесь надежды лучик путем осознанности жгучей на свой вопрос найти ответ. Конечно же, Анна Ахматова. Я пью.
Я пью за этот светлый дом. За боль и грусть мою. За встречи под кустом втроем. За тренеров я пью. За феноменов фейерверк, отверженность и страх, иллюзий блеск и боль потерь, и радости размах. Завершает наш литературный вечер прекрасный поэт Владимир Маяковский. Интенсив. Это плач. Интенсив. Это смех. Инсайты, идущие к людям. Идентичность славлю, которая есть. Ну и трижды, которая будет. Четвертая супервизорская группа! Обращение к... Да хорошо было, спасибо. Хорошо. Девочки, а ну скажите что-нибудь, камера. Это был прекрасный литературный вечер. Но мы сильно волновались, боялись, что у нас что-то сорвется, но у нас все получилось. Мы очень накурили. И только чтобы у нас попросили тексты выложить в группу. Мы стали классиками. Если вам понравилась наша третья супервизорская группа, вы можете нас приглашать в ваши города. Да. Четвертая, извините. Мы будем ездить с концертами. За умеренный гонорар. Спасибо большое. Спасибо. А вот организатор. Каких вам слов, пожалуйста, господин Эрман? Как вам было организовать это, как сейчас, какие чувства? Ну что вы, давайте мы немножечко подправим, чтобы было видно. Вечер удался, как вам кажется? Были приложены максимальные, поверьте мне, усилия для того, чтобы все это было. Спасибо. До новых встреч. Саша! Давайте сфотографируемся. Саша, это было здорово. Правда. Спасибо. А подожди, а вот наш еще один литературный герой. Сейчас снимем. Это значит, приходите еще. А вот и автор стихов. Борозлов. Интервью, пожалуйста. Изумительное выступление, бесподобное, самое блестящее выступление на этом. Полностью разделяю ваше мнение. Да. Саша, ты был великолепен. Мы были лучшими.